Друзья, добрый день. Я вот только зашел. Ну, в надежде на лис, конечно. Походил вот там. Там было высоко, суховато. И лисы были подсушены. Спустился как бы под уклон немножко. Видите? Вы видите? Эти громадины. Оводы, конечно, атакуют. Но что нам оводы? Вот это лисочки. Приехал поздно. Отвлекся на ягоду. Зачем-то. Тоже нужна. Конечно, но когда такие лисы, а? Здесь понижение, здесь они уже как бы побольше и получше, просто вылетают уже, можно сказать, перестаивают. Вот это место единственное плохо чем, что оводов и слепней полно. Не знаю, с чем связано. Вот, просто их уже брать, все. Брать. Друзья. Вот, просто поперли. Дайте-ка их подрежу немного. Друзья, с одной поляны. Лисички здесь просто прут. Причем уже отборные. Перерастают отличного качества. Друзья, будете смеяться, я первый раз в жизни одел вот такой накомарник. В тайге не одевал. Простите. А здесь одел. Они садятся прямо на лицо. Ничего не сделаешь. И перчаточки знаменитые. Если кто помнит. В позднем октябре собирал. Пускай кончики пальцев кусают. А так вот, да, меня видно. Кстати, помогает. Ну, потому что это ж невозможно. Если бы они еще приличия какие-то соблюдали. А то не дают заниматься грибалкой, а? Ну, вот сейчас просто это соберу. Иначе пропадет. Иначе просто пропадет. Тишина. Я точно знаю, что на расстоянии 5 километров никого нет. Так поздно местные не ходят уже. У меня так получилось. Ну вот, лисы здесь есть, если не сказать больше. Я пришел оттуда. Там уклон. Сыровато, темновато, холодновато лисам. А вот там поле. Там солнышко, там прогрев. Стоило мне чуть-чуть вперед к солнцу пройти, как вот они, тут же, отборные, не подсохшие, ничего. Замечательные лисоньки. Кстати, перчаточки помогают. Так же, как накомарник. Слепни отстали хотя бы. Вьются просто. А ужалить не могут. Так что такой он труд грибника. Отборные. Отборные. Чуть попозже попку подрежу, когда руки будут свободны. Есть лисы. Начало июля 21 года. Опа. Вот они во мху так вот торчат. Вот. Где еще тут я видел? Ну, есть лисы. Начало июля.
в лес, друзья. Вот типично такой лисичковый лес. Орешник, осинка, береза есть. Разреженный такой, прозрачный, солнечный, светлый, теплый. Чтобы прогал лучше был. И тогда они стоят сами, как говорится. Выскакивают просто. Слышите, да? Почетный эскорт, который меня сегодня сопровождает. А кто-то там говорил, что надо одевать яркую, разноцветную такую одежду. Химическую тоже, да? Ну, попробуйте походить вот в такой одежде по такому лесу. С такими оводами. Во-первых, упреете сразу. Взапреете, спотеете. Как еще можно сказать? А во-вторых, покусаны будете насмерть. Здесь хоть ходишь в этом камуфляже. Извини, они прокусить его не могут. А там-то ты будешь, да, заметен издалека для всех комаров. И оводов, главное, которые не преминут полакомиться. Ну, лисички есть, короче. Они так семейками растут рядышком. Нашел одну семейку. Ищи еще. Я хочу сказать, на комарник, конечно, помогает от оводов. Но когда его снимаешь, думаешь, боже, как светло на улице. То есть очень темнит. Ну, красавицы, бисоньки. Опа. Опа. Крохотулик оставим. Сегодня достаточно и таких хороших. Как они обожают мох. Чуть-чуть подсушенные. Потому что здесь солнце. Ну давайте, давайте. Давайте. Белые лисички. Бывают более такие толстоножковые. Эти какие-то хиловатые в этом лесу. Но тоже ничего, конечно, пойдет. Я, кстати, даю такую небольшую подсказку. Вот у меня в руках корзина на две большие сковородки. То есть маленькая. А за плечами рюкзачок. Ну, там фотоаппарат, водичка, пару яблок. И сегодня так увлекался, то ставишь рюкзачок, начинаешь ходить вокруг него и забываешь. Это я подрезал. Забываешь, где он. После чего положил в карман рюкзака свой второй телефон запасной, долгоиграющий такой, Nokia. И чуть что, звоночек такой у него очень выраженный. И сразу слышно, где мой рюкзачок, вон еще. Ну, то есть тут при желании можно было большую корзину накосить, конечно. Что-то я поскромничал, взял маленькую. То есть и по звонку находишь свой рюкзачок. Все-таки фотоаппарат, извините. Вот такая подсказка. Ну, еще раз себя засниму. Исторический такой момент. Темноватая, конечно, эта сетка, но спасает, когда ты присаживаешься, подрезать грибочки там, поснимать их. Вокруг тебя такой рой сразу. Ну, сейчас, правда, никого. И они тупо вот, ну не тупо, но садятся на эту сетку и ничего сделать не могут. Выручает. Но только темновато в ней, я говорил. Ищет, ищет, где проколоть бы. Не все так просто, дружище. Думал, так сел,
попил кровушки и полетел дальше, не получится. Какая тишина. Каждый раз просто отдыхаю здесь душой. Здесь вот такой, грубо говоря, биотоп. Корзиночку почти прикончили. Фух, муха. О. Биотоп какой? Чуть-чуть повлажнее. Чуть гуще трава. Но не до такой степени, чтобы уже совсем нашим лисичкам тут стало кисло. И ходишь спокойно, никого нет. Гуляешь. Да еще батюшка лес чем-то тебя одаривает. И просто знаешь, что сделаешь два шага, и опять что-то найдешь. Вот это как бы больше всего нравится. Ну вот я сделал два шага. Это может продолжаться бесконечно, друзья. Бесконечно. Пакетик, конечно, есть в кармане. Но как-то я лично уже отдохнул. Просто лисички какие хорошие. И перестоявшие. Ничего. Ладненько, спасибо, что были со мной в этот тихий день. Начало июля, юго-восток Московской области. Охота на лис. Но мы все в ожидании белых. Они на подходе. Удачи, друзья. Пусть нам повезет в этом году. Счастливо.